Большой футбольный день с нами, и мы рады приветствовать всех, кто выбрал футбол сегодня. Георгий Чердан. Посмотрим на состав Ювентуса. Игроки на поле выстроились по схеме 4-5-1. На эту игру тренер избрал ярко выраженную атакующую модель. Большой футбольный день с нами, и мы рады приветствовать всех, кто выбрал футбол сегодня. Георгий Чердан. Посмотрим на состав Ювентуса. Игроки на поле выстроились по схеме 4-5-1. На эту игру тренер избрал ярко выраженную атакующую модель. Большой футбольный день с нами, и мы рады приветствовать всех, кто выбрал футбол сегодня. Георгий Чердан. Посмотрим на состав Ювентуса. Игроки на поле выстроились по схеме 4-5-1. На эту игру тренер избрал ярко выраженную атакующую модель. Большой футбольный день с нами, и мы рады приветствовать всех, кто выбрал футбол сегодня. Георгий Чердан. Не попал, а такая возможность открыть счет уже на первых минутах матча. Не хватило ему собранности в этом эпизоде, но игра только начинается, и моменты еще наверняка будут. Неудачно распорядился игрок мячом, и соперник не преминул этим воспользоваться. Хедир. Потеря, все, в оборону. Не думаю, что Ювентусу сегодня придется из кожи.